мелодия сегодняшнего дня – гимн Самарской губернии. Ровно 170 лет назад император Николай I подписал указ «Высочайше повелеваю образовать губернию». Именно эти судьбоносные четыре слова легли в название выставки, которая открылась сегодня в музее Алабино. Старт выставки и всему юбилейному году дал губернатор Дмитрий Азаров. У нас богатая история, и эта выставка – яркое тому свидетельство. И, конечно, не случайно Самарская область и наша столица, город Самары, в трудные времена для Родины дважды становилась столицей нашей страны. Нам есть чем гордиться. И я очень надеюсь, что и вы, так же, как и я, свяжете свою жизнь с нашей родной Самарской землей навсегда. Здесь представлены воспоминания Егора Николаевича Анаева, купца, который был очевидцем событий, которые происходили 1 января 1851 года. Как зарождался край, единственный портрет первого самарского губернатора и первые достижения региона. Все это представлено на выставке. В архивных документах, собранных научными сотрудниками музея, весь путь губернии от центра ремесленничества к статусу космической столицы страны. За последние 3 года регион укрепился как лидер во многих сферах. Ведь побеждать – это по-самарски. С юбилеем Самарскую область поздравляют не только регионы России, но и города-партнеры со всего мира. И то, что сегодня мы с вами, несмотря на те сложные события, которые происходят на территории Российской Федерации, да и всех стран нашей планеты, наши жители смогли проявить себя как очень креативные, как очень милосердные и как люди, которые творят историю сегодняшнего дня. А это значит, что наша выставка «170 лет Самарской губернии» в 2021 году, она на этом не остановится, потому что мы творим историю сегодня. Весь год 63-го региона будет по-настоящему юбилейным. На все 12 месяцев запланированы масштабные мероприятия, приуроченные к 170-летию губернии. А пока посетить юбилейную выставку можно будет до 13 февраля. Во все дни вход бесплатный. Гульфия Сафина, «События».